Здорово, ребят. Покажу вам всего лишь три граната, которые помогут выиграть вам раунд. Вы колите своим тиммейтам, чтобы они шли бэк-контакт. Тем временем вы подходите вот сюда, выравниваетесь с бочкой, целитесь вот в это пятно, чуть-чуть правее, и сидя джамп-тро кидаете. Смок падает на шорт. То есть уже идет инфа, то что смок-шорт прилетел и идут шорт. Как вы поняли, это еще не все, ведь я говорил про три гранаты. Кидаете смок. И следом две флешки на лонг. И после этого уже бежите к своим тиммейтам. Обязательно потом напиши в комментариях, получилось ли у вас так сделать или нет. А пока поставь авансом лайк и подпишись на канал. Удачи тебе!